чтобы понять, что происходит в городе, надо смотреть на рекламное объявление, вообще что тут вокруг. Быстрое питание KFC. У нас Челябинск, да? Развод на деньги в азартных играх. Люди подсаживаются на эти штуки очень сильно. И смотрим стену. Работа, работа. Строительная бригада обслуживает работу. Ипотека, одобрение ипотеки, деньги. Кредит, работа. Кредит, деньги. Деньги. Вахтерам работа. Помощь наркозависимым. Одобрение ипотеки. За услуги возможно рассрочку оплаты. Помощь по жилью, питание, зарплата. Это как ежедневно. С опечатками. Деньги, кредит, помощь. Остались на улице, звоните. Постоянно работа, проживание. Деньги. Рефинансирование. Микрозаймы. Микрозаймы. Строительная бригада выполняет все работы. Кто здесь? Это люди, мошенники. На стене висят мошенники. Поможем оформить ипотеку за 2 дня. Работа, кредиты. Кредиты пенсионерам. Работа. Помощь наркозависимым, алкозависимым. Трудная жизненная ситуация. Помощь. Деньги на ваши цели, микрозаймы. Бесплатная помощь наркоалкозависимым. Помощь опять наркоалкозависимым. 3 разных телефона. Мошенники висят на стене, и спокойно все это происходит. У людей нет денег. Кредиты, деньги, 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 кредит, деньги, кредит, кредит наличными. Помощь трудной жизни ситуации, опять мошенники. И что? Вот так у нас происходит в стране. Все происходит спокойно. Мошенники работают. Государство ничего людям практически не предоставляет. А эти, пожалуйста, работа, подработка, помощь, проживание. И разводят несчастных этих людей. Остались на улице, звоните. И пошло-поехало. Кому ты нужен? Тебя будут там использовать по полной. Кредит. Помощь в трудной же ситуации. Закон о рекламе нарушается спокойно, в общем. Консьерж, что может, реклама. Работа. Кредит. Помощь алконаркозависимым. Помощь наркоалкозависимым. Кредит. Помощь в той же ситуации опять. Помощь остались на улице. Подработка. Кредит. Кредит. Помощь алконаркозависимым. Подработка. Кредит. Работа. Вот это все. Это о том, какая ситуация на самом деле у нас в стране. А не вот то, что там мы смотрим и видим. К сожалению, вот это просто мониторинг, да? Тут не нужно ничего говорить вообще. Тут вот, пожалуйста. Это потребности людей, которые восполняются вот этими мошенниками. Деньги. Помощь наркозависимым. Рабочий дом, зарплата 700 рублей в сутки, кредит, помощь опять остались на улице, и пошло-поехало, вот так, вот он Южный Урал, вот она реальная картинка.